вот этот танцорский движ, спонтанная организация называется. Вот этот ансамбль «Эльмара» выходит ряд лилипутов на шею кому-то залезть и танцевать. Партыхова, я на свадьбе танцую. Ну и что? Дальше этот ансамбль «Медата». А где хореография, классика? Ты будешь преподавать? Нет, я не пойду. Такую ахинею иногда несут, это страшно. Вообще никакого хореографического образования не имеет. Ну, честно говоря, коряво немного. Вот. Люди, которые занимаются не своим делом. С моего танца взяли целый вот такой кусок, вставили себе. Сколько чтобы... стоит? Это уровень. А кто правильнее всех танцует? Какой ансамбль? Пусть тусуются они, как хотят. Да, сам, делай сам. Все. Да, согласна. Мне тоже неинтересно.